Всем привет, дамы и господа, с вами не Ломок, мы сегодня продолжаем с вами играть в игру под названием... Так, пальцем нельзя показывать! Игру под названием Мистер Хоббс Плейхаус. Кукольный домик мистера Хоббса, либо же игровой домик. Мы нажмем продолжить, и мне уже мои драгоценные подписнички подсказали, что здесь нужно было, искать кассеты, что здесь можно в коридоры каким-то образом заходить, но нужно подождать, чтобы эти коридоры как-то заходить. То есть, вот, тут у нас еще написано, вот, anniversary 18 April. Так, какая-то дата, может, нам надо будет ее запомнить, еще раз себе напомним. Вот здесь я, если не забуду, комментарий выведу на экран, кто-то мне это подсказал. Потому что это была очень полезная информация. Не, ну я реально не знаю, кто дальше двигаться. Вот он пошел, кроль. И мы можем сейчас в коридор тут войти. Вот, палец, рука появляется. Чикс, вот. Ой, что я наделал? Ушел. Оп, обратно вошел. Я не знал, что туда можно в темноту заходить. Я искал ответ, но не мог найти. Так. Оп. А, ай! Ай! Кролик! Ты что творишь? Я могу на шифте набегать, набегать. Кролик, угомонись, ты нас пугать, мы не хотим. Свои трусишки. Трусишки намочить. Так. Так, у нас девочку зовут Руби. Мы должны с вами. Сделать немножко приседаний, потренировать ноги, чтобы мы быстрее бегали. Все. Накачали себе бицуху. Бицуху на ногах и идем. Кролика не вижу, захожу. Где кролик? Кролик. Вот он пошел. Вот я буду бежать. Не нужно было дождаться! Мне нужно было дождаться, чтобы он ушел до конца. Мне не получается пока что. А как мне выждать этот момент? Каким образом? Что я должен там? Дольше подождать, возможно? Дольше, наверное, нужно подождать. Какой-то кролик нехороший, кролик нехороший. Так, где он? Пошел, вот, надо уж дождаться. Музыка прошла, переходим. Где он? Присядем. Кролик. Пошел в ту сторону. Ну, пойдемте и мы. Да ёшкин матрёшкин, как это пройти? Не получается. Так, найти кассеты. Да я... Мне не выходит ничего найти. Каким образом мне нужно дождаться, чтобы он оттуда ушел? Что я должен наклацать? Как? Это тяжело. Это тяжело, хочу вам сказать. Попробуйте сами. Игра в Steam бесплатно сейчас распространяется. Кстати, аптечка. В честь того, что вышла вторая часть. Так, где он? Не знаю. И что? Как мне тут действовать? Сейчас его долго нет. Тут эти вот валяются игрушки. На. О! Никого не слышу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Не знаю. О, как быстро прибежал! Я за диваном. Сижу. Так, ушел. Машинка. Телефон. Алло. Алло. Хрюшка. Ай, гитара какая-то. Или что это было? Укулеле. Машинка, дверь. Машинка, что-то нашел. 8 сентября, вчера мы с Джейной и Руби навещали Эстер. Руби обожает навещать бабушку. Она ее называет бабулей. В последнее время ее здоровье ухудшилось. На прошлой неделе мы к ней заехали, но она просто смотрела в стену. Нам пришлось потрясти ее, чтобы привести в чувство. Но после этого она вела себя, как ни в чем не бывало. Кто знает, как долго она находилась в таком состоянии. Мы договорились, что она сходит к врачу. Я же должен записывать идеи для нового романа. Еще раз. Мы поняли, что бабушку трясли. 8 сентября. Вчера мы Джейной и Руби навещали Истер. Истер это бабушка? Руби обижает навещать бабушку. Истер это бабушка? Кто такая Джейна, непонятно. Руби это наша главная героиня, девчонка эта, в которой мы играем. Она еще называет ее называют бабулей. Угу. Ухудшилось бабушке здоровье. И у Руби есть, видимо, сестра? Джей? Что это такое? Пробел, Enter. Какой-то заполняется штука. Что дальше? Найти кассеты. 1 из 6, вон сверху. Ой, кролик. А я могу ли здесь в эту дверь зайти? Могу. Это спальня родителей. Где тут они шалили и поцарапала кто-то. Кто-то поцарапала аж стену в порыве страсти, как я говорю. Так, это что за дверь? Заперто. Тут как-то очень мрачновато, я вам скажу. Очень мрачновато в этой картине. Перевернута как будто вверх ногами. Или нет, так должно быть. Так, здесь мы ничего толком... Машинка. Так, тут мы кассету взяли. Здесь снова крольчачья лапка ходит. Ушла крольчачья лапка.
Оп, я справился. Статуэтка демонстрирует позицию. Вот так как-то. Как-то вот так она. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, идем дальше. Идем. Так, тут какой-то робот. Куда мы прошли с вами? Подъемчик наверх присутствует. Попробуем. Не знаю, кукла. Ой, присесть. Кролик чуть меня не заметил. Что это за комната такая? Ящики. Где кассету найти? О, кролик пошел в ту сторону. Значит, мы здесь пройдемся. Тут никаких кассет не наблюдается. Вижу машинку. Опа, перепрыгнул. Я сюда зря шел. Тут ничего нет. Я все испортил. Нет, кроль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел в ту сторону. Успел, успел. Фух, надо отдохнуть. Кроль пошел. У него какие-то глаза. У него раньше, по-моему, были глаза, сейчас стали черные. Кроль, ты чего? Кроль. Так, тихо-тихо. Тут мы перепрыгивали. А где еще кассету? Ой, пошел кроль. Оп, тихо-тихо. Еще одна кассета! Берем! Так, 14 сентября. Это было 8, теперь 14. Прошло сколько дней? 2, 6 дней, почти неделя. Сегодня мы с Джейной снова заехали к Эстер. Джейна, это сестра, да, как мы с вами как предположили? Или это мама Джейна? Снова заехали к Эстер. И Эстер это бабушка. И у нее было очень грязно. Не понимаю, как такое могло произойти так быстро. За своей гигиеной Эстер тоже, кажется, не следит. А нас как будто не узнает. Ей завтра к врачу. Джейна беспокоится, что ей потребуется особый уход. Но это нужно это записать. Надеюсь, Руби не увидит ее такой. Переживают. Так, вторая кассета, запись. Все это документируется. Найти кассеты продолжается. Так, все это кто-то документирует. Документирует. Так, две из шести кассет нашли мы. О, кровать? А зачем мы тут? Подожди. А куда нам тогда дальше идти? Так, у меня есть предположение, что там нужно тоже в коридоры как-то заходить дальше. Рука не появляется, и здесь руки нету. А где же эти коридоры искать, которые мне дальше заходить? Что-то я короля не вижу. Тут нихуя руки... Боже ты мой! Присесть. Рука выскочила, вы это видели? Мамочки. А чё, может надо туда залезть? Вот дырку? Вы чё меня так пугаете? Тут тоже нельзя попасть туда, внутрь. И здесь нельзя внутрь попасть. Может я где-то здесь прозевал? Нету нигде руки. Ай, кроль где-то здесь ходит. Ходят тут всякие кролики. Куда дальше идти? Ёлочка. Ой, кроль пошел. Ой-о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 й-
это не поймала. Оп, тут ничего. Рука! А если она меня схватит? Рука! Нет, мне не хватает рука! Наверх идти нам нету смысла, это я уже понял. Наверх идти не надо, идем дальше сюда. Тып-тып-тып. Оп, игрушка. Солдатик. Может, здесь это можно пройти? Дальше. Ай-яй-яй-яй! Куда я теперь бегу? Ребят, куда мне теперь? Может, что-то здесь в спальне образуется? Что-то появится? Может, дверь эта станет открытая после этого? Нет, она также заперта. И что же мне дальше тогда делать? Может, мне нужен специальный ключ, чтобы эту дверь в спальне открыть? Не знаю, мне энергии очень мало. Как-то ее восстановить, что ли? А куда я иду? Ой, может, здесь можно туда в коридор дальше пройти? Укулеле, крюшка. Я не вижу каких-то дальше... А, телефон! Кроль, подожди. Отдохнем. Ушел в ту сторону. Мне нужно, наверное, телефон попытаться использовать. Попробуем. Ничего не происходит с этим. Оп. Так, а куда же мне дальше идти, ребята? Я не знаю теперь. Робот. Тут как-то не пройти по коридору. Вверх нажимаю, ничего не происходит. О, и кассета появилась. 15 сентября. А там какое было? 8 плюс 6 было 14. Через один день. Это уже сегодня Эстер положили в больницу. Рано утром ее соседи... что написано? Как это почитать? Вызвали полицию, поэтому что услышали ее крик. Ну, немножко слив сливается. Тяжело читать мне.
слышали ее крик. Она проведет в больнице несколько дней. Мы сказали Руби, что она упала и что с ней все будет в порядке. Диагноз еще неизвестен. Бабушка начала кричать. Соседи, мы что, слышали ее крик? Что-то ее очень сильно пугало, и она почему-то замирала и в одну точку смотрела, как будто бы загипнотизированная. Так откуда я пришел? Что за дверь? Я явно не отсюда я пришел. Или отсюда? Почему я тут появился? У короля течет что-то из глаз, вы это видели? Опч, опч. Могу войти по коридору туда, вверх. А, я обратно вернулся, стоп. Да, получается так. Я вернулся обратно. А что нас здесь на кухне может ждать новенького? Еще одна кассета! Четвертая! 17 сентября. Мы отвели Руби в больницу навестить бабулю. Так, эта девчонка, наша главная героиня, пришла к бабушке. Эстер сделала для нее мягкую игрушку. Бабушка сделала кролика по имени Попрыгунчик. Это бабушка эту игрушку этого кролика дала ей. Эстер любит вязать одежду и игрушки. И Руби была благодарна, но я должен признать, что эта игрушка выглядит жутковато. И Руби была благодарна, сказала спасибо бабушке, но жутковатый кролик. Жутковатый кролик оказался, да? Ха. Четыре кассеты найдены. 18-я. Может быть, это связано как-то с датой, которая что-то нам сейчас... Как раз что-то с бабушкой этой 18-й датой что-то произойдет. Тут никто не шумит. Мы же здесь нашли магнитофон, так? Или не здесь? Коробки. Я должен... И тут же звук этот есть. Видите, постоянно его слышно по какой-то причине. Здесь ничего нету, кроме как мы взяли здесь этот диктофон, благодаря которому... Ну, раньше такие были кассетники, понимаете? Вы наверняка, те, кто смотрит видео, в основном более такого молодого возраста, скажем так. И вы не знаете, что... Что раньше были такие, короче, плееры. Открывались, сюда вставлялась кассета, как мы сейчас их ищем, эти кассеты. О, дырочка из пола. Кролик, кролик. Так, и куда же мне теперь идти? Кролик начал как-то шипеть. Можно зайти сюда. Эта дверь у нас не поддается нам. Тут ничего. Надо снова в коридор, значит, идти. И снова по этим всем коридорам искать что-то. Попробуем, нажмем. А если меня сейчас кроль словит? Так, давайте приготовимся. Кроль, лови меня. Лови меня, кролик. Вот он я. Не, он не появляется с такой ерундой на глазах, что у него там что-то течет. Ничего этого нету. Ничего у него этого нету. Опять эта рука. Ничего этого нету. Так, 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 так. Сюда. Я думал, что он будет сейчас появляться у меня. О, вот он идет. Ну, он ходит с такими стек... Так, он там куда-то ударяется и быстро разворачивается и идет. А почему... Я присяду тогда. Пускай он туда уходит, за диван, уходи, 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 за диван, туда. За диван, уходи. Так, он пошел. А мы тут прыжки, 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 оп. Телефон. Телефон, кто-то звонит. Алло. Привет, Руби, это твой сосед Марк, ты в порядке? Я уже несколько часов пытаюсь дозвониться. Марк какой-то, сосед. Алло? Алло? А, по ушам, по ушам. Руби ничего не может ответить внятного, да? Что делать будем с кроликом? Как мы должны сейчас его обхитрить? Наверное, должен идти туда вот в правую сторону. Чтобы он меня только не тревожил. Так, он там разбирается с этими коридорами, а я тут опч. Хрюшку и укулеле. Ай, брынькнул на пол укулеле. Так, что здесь за дверь? Спальня? Так, спальня. Здесь мы найдем когда-то кассету какую-то или нет? Это тут заперто покамись. Непонятно. Но у нас еще 4, получается, надо найти еще 2 кассеты. Две кассеты, две кассеты. Так, а где он ходит? А, телефон! Он где-то здесь? А где он? Не знаю. Надеюсь, получится. Я прошел. У меня нет энергии. О, робота задел. Где еще кассету найти? Что здесь было у меня? Тоже какой-то ящик и коридор. А может, мы здесь уже находили?
О, кассета еще одна. Есть. Так, 19 сентября. Как раз та, что была дата написана, по-моему, на календаре. Нет? А там был April. А. 19 сентября нам только что позвонили. Эстер скончалась во сне. Врачи не смогли поставить диагноз и даже сказали, что ее внезапная смерть была странной. Нам придется сообщить об этом Руби, когда она вернется из школы. Это будет нелегко. Ее смерть была странной. Бабуля все-таки скончалась. Ну, грустно, конечно же. Одна кассета осталась. О, что-то написано. Bring is one well. Найди секрет. Writing on the well. Nana looked into the... Так, Nana looked into the fires of hell. And she save me. Save me. Она что-то там... надпись, смотрите-ка, я за надпись подпрыгивать могу. Я какую-то надпись нашел. Кто мне напишет перевод этой надписи в комментариях под видео, тому я лайк поставлю. Сердечко. Ну я... Бежи. Фух, успел. Отдыхаем. Крольчик меня поймал. Бежи. Крольчик. 5 кассет из 6. Бежим. Где еще может быть кассета? Кукла валяется. Где может быть еще одна кассета? Ну где-то по этому коридору, наверное. И что будет, когда я все кассеты найду? Как вы думаете? Не знаю. А где будет финальная вообще? Возле моей кровати, может быть? Тут где-то моя кровать была. Вот, медвежонок даже тут стоит у меня. Но тут ничего нельзя, не лечь спать, ничего. Мишка. Пи-пи. На... Привлек внимание, да? Присяду. Он пошел туда в детскую. Оп, тихо, угомонись. Так, пока что все спокойненько у меня тут все, спокойненько, оп. Так, наверх стоит ли нам подниматься? Мы тут уже только что взяли кассету, там все изучили, здесь наверняка ничего не будет. Теперь нужно обратно идти. О, робота задел. Но с другой стороны, мы привлекли внимание кролика туда. Догнал! Где я буду теперь? Так, я помню эту точку. А, не успеваю. Так, отдыхаем. Надо двигаться направо. Я проиграл, к сожалению. Вот туда надо двигаться, по-моему. Опч. Робота задел. Надо отдохнуть здесь хорошо. Кролик-то с левой стороны тусуется. Так, машинка. Ты спальня была? Беги! Вы видели, какой здоровенный паучара в спальне был? Он ушел. Так, хватаем. Коллектор, найти все кассеты. Достижение коллектора. 22 сентября. После того, как Руби услышала печальную новость, ее поведение изменилось в худшую сторону. Нам пришлось забрать у нее рогатку, потому что она стреляла шариками в кролика. Стреляла в кроля, в игрушку. Она сказала, что защищается от него. Но это уже просто игрушка. Пришлось спрятать рогатку под замок, потому что Руби постоянно находила ее. Кажется, Дженна положила ключ под цветок в коридоре. Под цветок в коридоре. Рогатку нам не нужно теперь найти. Найди ключ, задача. Фух, 18 минут. Давайте с этого момента продолжим уже нашу следующую игру. Все кассеты нашли, и этому мы посвятим, наверное, следующую серию. Эту серию мы так и назовем про кассеты, а следующую серию посвятим уже ключам, рогаткам и всему остальному. С вами был Ниломоб. Мы играли в замечательную игру под названием Mr. Hobbs Playhouse. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.